Еще недавно первоклассники пришли в музыкальную школу, не зная ее правил и традиций. А спустя чуть больше месяца они уже главные герои праздника. Праздника начала нового музыкального пути. Кто-то из вас пришел нам в школу сам, по собственному желанию и инициативе. Кто-то долго упрашивал своих родителей привести вас сюда, а кто-то благородно согласился с решением старших дать вам музыкальное или хореографическое образование. Такая ежегодная добрая традиция посвящения в артисты – это настоящий эмоциональный заряд на освоение новых, ранее незнакомых дисциплин. Первым выступлением стал хор первоклассников. Юные артисты смогли справиться с волнением и можно с уверенностью сказать – проверка сцены и зрителям прошла на отлично. Играйте на выбранных вами инструментах с душой и удовольствием. И, конечно же, улыбайтесь каждый день. Ведь человек, который понимает музыку, он счастлив. Будьте счастливы. Удачи вам и успехов. Концертные номера первоклассников – пример достигнутых успехов за совсем небольшой период времени. Еще недавно незнакомые скрипка, фортепиано, домра и прочие классические инструменты успели занять особенное место в сердце каждого ученика. Мастерство, которое ждет ребят через несколько лет, было продемонстрировано уже старшими учениками школы. Уверенное владение инструментом или хорошее знание элементов хореографии, такой уровень подготовки будет доступен каждому при должном старании. Всего в праздничном концерте участвовало более 80 ребят. Новый учебный год уже традиционно отмечен большим интересом к музыке и хореографии. У нас поступили в этом году по всем направлениям. Это направление хореография, фольклорное отделение, фортепиано, струнно-смычковое отделение, отделение народных инструментов. В работе нередки случаи, когда для многих воспитанников музыка или хореография становится делом всей жизни. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.